Друзья, всем привет! Рады видеть вас на нашем канале. Подписывайтесь обязательно, следите за нами. А сегодня мы приехали на объект, очередной объект нашего строительного отдела в Московской области. Здесь у нас главный Сергей, его бригада. И мы сейчас Сережу расспросим, что и как они тут делают. Очень интересно. Поехали! Сергей, Сергей! Сережа, мы к тебе. Привет! 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 Привет. Так, ну что, расскажи, что мы тут делаем? Мы, да. мы наводим красоту. Красоту именно в эстетическом виде. Здесь сейчас происходит у нас первый этап, вышлифовка древесины. Проходим 80-й наждачкой. Сейчас вот Антон, мастер наш, будет выравнивать 120-й наждачкой. То есть это финишная по шлифовке именно момент. Предварительно перед покрасом и нанесением грунта. То есть мы, получается, здесь обновляем фасад. А это гостевой домик или что это? Это у нас банька. Ух это, ты! Это банька. Банька. Банька из клееного бруса. А сколько лет баньки? Где-то лет по виду лет. Лет 10, это лет 10, точно. Лет 10, да, то есть состав этот продержался 10 лет, но он. Уже отработал свое. И как бы заказчик решил обновиться полностью не только эту баньку, но и вот обратите ваше внимание. Вот этот совсем маленький домик. А каким средством мы будем это все обновлять? У нас есть очень-очень топовое наше масло. Это Renner M300, которое служит от 12 лет, ну, до обновления. Поэтому выбрали сюда именно самый оптимальный вариант. Заказчик больше не хочет задумываться о перекрасе очень долгое время, чтобы он не наблюдал, как шелушится у него красочка, которая здесь у нас, вот обратите внимание, как она уже шелушится. Масло Renner M300 этого не позволит, то есть шелушения здесь не будет. То есть итальянцы нам обещают минимум 12 лет. Итальянцы обещают именно 12 лет, но можно потом, когда это все чуть-чуть потускнеет, дополнительным слоем продлить еще раз на 12 лет. А, ну то есть и обновить можно легко, и нанести можно легко. Ну, вообще, итальянцы молодцы. Конечно, конечно. Это. В общем, экономит бюджет и нервы. Да, все верно, так, все верно. А самое это сложное здесь, это будет, скорее всего, снятие старого покрытия, да? Снятие старого покрытия, потому что, ну, как бы не задумывались, что будут перекрашивать, наверное, и прям едкую краску взяли, которая... Давай посмотрим, как, все, вот, как происходит. Пойдемте. Вот так, кропотливо. Шаг за шагом у нас, вот посмотрите, да, друзья, посмотрите, вот у нас старое покрытие уже, ну, огромный, хороший дом, хорошая баня, а вид уже, ну, не совсем новый, и хозяин захотел обновить. Это сейчас проход у нас был 80-м зерном, после чего будем проходить 120-м. То есть вот здесь, посмотрите, обратите внимание, здесь вот прошли уже 80-м зерном, и сейчас будем выравнивать, то есть 120-м. А, Сергей, вопрос, а вот по поводу трещин, как мы будем поступать? Трещины здесь будут заделываться, то есть герметиком специальным мешовным. Ага. А как он будет с маслом реагировать? То есть он очень будет нормально. Это акриловый герметик, который позволяет себя покрасить. Здесь два варианта. То есть либо мы с заказчиком обсуждаем и полностью это убираем, либо есть у нас торцевой герметик GRM, который заполнит, и то есть он оставит эти трещины, но он функционал защиты будет нести, то есть туда влага уже не попадет. То есть, ну и трещинки это тоже дает какой-то свой эстетический вид именно древесины. Так, а что насчет теплого шва? Здесь задача стоит парням очень нелегкая, то есть это очень кропотливый, очень трудный момент. То есть нанесение это теплого шва, нанесение это второстепенный вопрос, то есть именно снятие самый трудный.
именно снятие. Но здесь мы с парнями нашли небольшой наш маленький секрет по теплому шву. Именно снятие старого костяка. Он кость. То есть это реально понятно. Кость. Ну, за 11, там, за 10 лет он реально превратился уже. Да, то есть он не поденешь ни ножом его, то есть ни пальцем он не сдирается. То есть это, ну, реально это кость. И поэтому мы с нашими специалистами, с нашими парнями, молодцы, которые согласились на этот, на этот эксперимент. И мы, и пусть этот секрет останется у нас. Заказывайте у нас снятие теплого шва. Смело обращайтесь к нам, ребята. Сделали уже не один десяток таких подобных строений. Были и больше проекты, были и меньше. Мы беремся за любые работы, любой сложности и выполняем на отлично. На отлично, профессионально, качественно. Приходите, обращайтесь. Мы просто так даже проконсультируем вас. То есть без всяких там денежных и так далее моментов этих. Мы просто любим свою работу. Обращайтесь к нам. Вот. За кадром Юрий, на экране Сергей. И, ну и ребята. Антон, Бунис. До новых встреч. Бунис.